До Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова у тяжкому стані доставили патрульного з-під Маріуполя. 31-річний Максим Зозуля постраждав від міни. Через вибух чоловік отримав численні скалкові поранення обличчя, стегна, тяжку черепно-мозкову та психологічну травму. Патрульний пережив контузію і не чує на одне вухо. Максима врятував колега, який у ту мить перебував у машині разом із постраждалим. Саме він надав першу медичну допомогу Зозулі. Нагадаю, 15 листопада патрульні наїхали на міну дорогою в село Калинівка, унаслідок чого один поліцейський загинув, двоє зазнали поранень. Во время патрулирования, являючись начальником сектора данного участка, был ряд краж, поступила информация, что лицо причастное может находиться в Калиновке. Я с напарником и с участковым инспектором направились в сторону Калиновки, которая расположена рядом. Ну, и во время движения вспышка, взрыв, очнулся, машины нету, напарник, который был за рулем, рядом, ну, в всяком случае, то, что, можно сказать, осталось. У него глубокая контузия, он наполовину потерял слух, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем восстановить функции. Он уже сегодня с утра мог говорить, рассказывать обстоятельства происшедшего. Надеемся, что в ближайшее время мы его состояние подлечим, выровняем, и он спустя месяц, может полтора, снова сможет служить.